чемпионом олимпийским, там, или чемпионом мира. Главное, ты должен вырасти нормальным мужиком, которого уважают и друзья, и враги, и соперники всякие. То есть это все делается вот здесь, на ковре. Вы формируете себя, формируете характер, преодолеваете свои слабости, которые у вас у каждого есть. И именно борьба учит одному простому понятию в жизни – умение падать и вставать. В жизни вам придется не раз падать, бизнес ломать, там, терять и заново вставать на ноги. Это как раз именно спорт, борьба, вообще такие единоборства, они приучают именно к тому, чтобы утер сопли, встал и дальше пошел. Это вот самое главное, то, чему учат наши виды борьбы. Поэтому я рад, что вы ходите. Я уверен, что вам многим нравится, раз вы сюда ходите. И продолжайте. Это будет только на пользу вам в жизни. Я вам могу сказать, и Рома, и Мурсал знают, что наши ученики, они, естественно, бывают более успешные люди, чем, например, те люди, которые спортом вообще не занимаются. Начинаем с нашего президента страны, мастера спорта по самбо, дзюдо, заслуженный тренер Владимир Владимирович Путин. То есть вот это вот умение собраться, умение себя реализовать, поставить цель и прийти к этой цели. Вот именно наши тренировки дают. Касаемо сегодняшней тренировки, ну, ваш уровень я примерно понял. Понял, да, тут, конечно, сложно, я работаю там больше с мастерами и выше. Но некоторые вещи покажу там, которые вам, наверное, может пригодятся. Во-первых, я посмотрел ваши подвороты. Но подвороты у вас мягкие, неправильные подвороты. Даже если ты не хочешь быть чемпионом, но все равно желательно это выигрывать, хочется выигрывать. Вот. И когда вы там, наверное, все равно как участвуете где-то. Поэтому делать движение надо грамотно. И главное, вот принцип дзюдо, надо соперника не ломать, а надо сопернику помочь упасть. Помочь упасть. Вот если вы это вот поймете, используйте его силу против него самого же. Вот на этом принципе я айкидо устроен. Кстати, тот, который основал айкидо, он начинал заниматься дзюдо, но ему там что-то не понравилось, там, не знаю, и он вот ушел, создал такое направление айкидо, которое использует особенности организма, там, пальцы, локти, прочее, все. Я могу вам, кстати, некоторые вещи показать, которые можно и дзюдо использовать для бросков. Например, такие биомеханические вещи. Я не знаю, Ром, на тебе что все буду показывать? Можно все, но уклонить сам есть. Просто без. Не, есть без поиска. Ну давай. Я вот тебе тот, что вот.